Суток всем, друзья, вот обзавелся шалатом ремоут-контроллер, забываю, как это на русском уже. В общем, контроллер управления для DJI Spark. Вот, в такой вот коробочке он пришел. Потому что летать без контроллера на самом деле не так удобно, как казалось. То есть снять как бы просто несколько видосов еще прикольно, но на самом деле нет никакой уверенности, что полет происходит безопасно. Не знаю, потому что просто... постоянно теряется сигнал, и как-то все это все равно не то. Так, давайте с вами распакуем и посмотрим, что там есть у нас. Сейчас откроем, возьмем ножик. Окей, я извиняюсь сразу, что такая съемка. Просто, короче, не подготовился. Вот, а сейчас ждать, как бы, пока приедешь домой, и там зачем-то более, за каким-то снаряжением для съемки как-то нету на это. Не дотерплю. Вот, поэтому сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Как-то так, наверное, да? Ой, как это неудобно делать одной рукой. Так, все равно у нас получилось. Вот, мы снимаем эту пленочку защитную. Вот. Я просто смотрю на то, что я делаю через камеру фактически. Окей, так что извиняйте. Но в любом случае не так много роликов в интернете распаковки именно отдельно пульта управления. Поэтому, может быть, кому-то будет действительно интересно. Потом я тоже также сниму как бы ролик и скажу действительно, что изменилось или не изменилось. Вот такая вот коробочка. То есть вот мы сняли. Вот. Подложим ее сюда. Так, ой, все слетает. Просто мы в машине. Так, вот, значит, открываем коробочку. Открываем коробочку. И вот лежит наш пульт управления. Вот. Вот так вот коробочка открывается. Так, что у нас здесь есть еще? Во-первых, сам пульт управления. Он идет вот так вот. Так вот, первое ощущение. Знаете, первое ощущение, то, что он такой увесистый. То, что он, совсем как бы... Вроде выглядит таким маленьким, но он как бы... У него есть вес, скажем так. Давайте посмотрим, если он заряжен или нет. Вот видите его. Он заряжен на чуть-чуть, короче говоря. На 50% в среднем. И здесь у нас что еще есть? В принципе, у нас здесь ничего больше нет. Вот такая вот книжечка. Вот. Здесь как что подключать. То есть, вот так вот все это происходит. Вот такой вот комплектик. Вот так положим. Вот то, что вы получаете. Здесь, по идее, должны открываться такие ножки, в которые мы будем вставлять телефон. Я еще точно не знаю, залезет ли сюда Note 8, но будем на это надеяться. Вот. Так все качественно сделано, то есть... Все, как делает всегда DJI, компания DJI. Вот. Но я сниму дополнительные обзоры, и там расскажу вам, как изменилась длина полета, действительно удобно, неудобно управлять. Вот, и мы уже будем с вами как бы на связи дальше. Все, всем всего хорошего, спасибо, что смотрели, подписывайтесь. И буду выкладывать много разных всяких роликов. У меня на сайте, кстати, есть два ролика, то, что я снял в полетах только с телефоном. Вот, и сейчас буду также снимать ролики полета с пультом. И вы сами посмотрите, как бы, какая разница. Я вам тоже расскажу. И еще один нюанс. Я вот тоже смотрел ролики на английском, нашел буквально только один ролик, объясняющий это. Смотрите, пульт как бы он включается по Wi-Fi к телефону. То есть если мы летаем только с телефон плюс дрон, то у нас телефон включается непосредственно к дрону. Вот. А когда мы работаем с пультом, то телефон включается к пульту. А пульт уже транслирует сигнал на сам дрон. Так вот, очень много как бы бытует мнений таких, я вот хочу это проверить, что если мы подключим по кабелю телефон, а не по Wi-Fi, то якобы каким-либо-то образом у нас сигнал станет лучше или будет Spark дальше летать.
Я вот это не знаю и на самом деле не понимаю, почему так должно происходить, потому что всего лишь телефон подключается по Wi-Fi к этому пульту, который находится от него рядом. Если, ребят, кто-то знает, кто-то пробовал, у кого-то есть какой-то опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы это очень интересно, и я вот сам хочу это проверить. То есть, ну, полетать с ним, соединяясь с пультом, с Wi-Fi и с кабелем. Ну, буду очень рад за комментарии и за какие-то вот фишки и чей-то опыт, кто вот уже пробовал, как лучше, действительно. Вот, огромное спасибо. Все, друзья, всем пока, всего самого лучшего вам, летайте, будьте осторожны и подписывайтесь. Bye-bye.